Автомат «Ртутная буря» как бы не новый и не старый автомат одновременно. Получить его можно было еще несколько месяцев назад, оформив предзаказ на дополнение «Конец света» в делюкс-издании. Сейчас метод получения экзота пока не изменился, все так же покупка делюкса, включающего сезонный контент. Подробный обзор автомата я уже делал на канале и тогда хвалил его, сегодня же говорю о катализаторе для него и, спойлер, снова буду говорить, что он отличный и вот прям очень нам надо его скорее получить. Как его получить? На Нептуне. Высаживаетесь около Нимбуса, подходите к этому терминалу, он завязан на старте сюжета сезона и он же выдаст квест на катализатор. Что делает катализатор? Во-первых, превращает кинетический тип урона в нить. Во-вторых, позволяет создавать сплетение нити за добивающее убийство из гранат. И вот это уже интересно. Гранаты в принципе ощущаются очень приятным бонусом кинетического оружия для урона по небольшим боссам и сильным врагам. А с нитью это дает еще и больше возможностей в билдах. Внимательно изучите фрагменты нити на своем персонаже, когда получите этот катализатор. С помощью сплетений вы сможете добиться повышения некоторых статов своего персонажа для более частого использования гранат, заряженной рукопашной атаки и других способностей. Помним и про то, что у нас есть артефактный мод «Расплетатель». Взрыв, возникающий при уничтожении сплетения с помощью оружия нити, подвешивает цели, получившие от него урон. Так что даже если вы не собираетесь бегать и подбирать эти клубки, вы все еще сможете использовать их в качестве подрыва и подвешивания с помощью этого оружия. А с модом «Совместное расплетение» можно зарядить оружие расплетающими снарядами, которые работают против барьерных воителей. Ну не круто ли? Напоследок должен предупредить, что на момент выпуска этого видео автомат все еще забагован, о чем сообщали Bungie. На него не действует баф к урону в 40% против врагов с красной полоской здоровья, как у всех экзотов на основных патронах. Так что можно представить, что после того, как его пофиксят, автомат станет еще более приятным для игры в PvE активностях. На этом все. Пока.